Всем привет, меня зовут Наталья Толстая, я психолог. Многие женщины говорят, что очень хочется вернуть женственность в личную хотя бы жизнь. Как мне остаться нежной, мягкой и внимательной, если я на работе генерал, если я учительница, если я большой руководитель? Как мне успевать за 300 метров до двери снимать вместе с пиджаком свое командное настроение и стать прощающей, понимающей? Где взять силы для того, чтобы успевать приготовить первое, второе, третье компот? Как быть идеальной любовью? К сожалению, 21 век принес еще у кого деньги, тот и хозяин. Хочется поменять это. И на курсах по женственности многих дам учат, если ты зарабатываешь больше, убери вот этот остаток денег, излишек на карточку, для того, чтобы это была нейтральная энергия, на которую ты не только на черный день собираешь, а на которую ты сможешь устроить своим близким праздник. Нужно быть хитрее. Это наш город, это наше телевидение.